ребята, я решила устроить для моих котиков Хэллоуин. Я буду переделать вот эти домики. Для работы нам понадобится пушистая проволока, проволока обычная, фетр и одежда. Красная футболка, оранжевая водолазка и черная водолазка. А еще ножницы, нитки и иголки. Из красной футболки и из этого домика будет чертенок. За кадром мне помогает мама. Одеваем футболку. Основа готова. Теперь из фетра вырезаем рожки. И второй рог. Закрепляем на основе. Теперь из черного и белого вырезаем глаза и брови. Закрепляем на основе. Можно пришить или приклеить. Вырезаем зубы. Та-дам! Забыли брови. Из проволочек скручиваем хвост. Закрепляем хвост. Дополнительная игрушка. Наш монстрик готов. Теперь дом тыква. Вот этот домик и оранжевая водолазка. А еще нам понадобится проволока. Готово! А здесь мы вставили проволоку. Из фетра вырезаем листок и пенек. И закрепляем на тыкву. Из пушистых проволочек делаем спиральки с помощью ручки. Усики тыквы закрепляем на пеньке. Черного фетра вырезаем глаза и рот. Закрепляем. Готово! Из вот этого домика и черной водолазки сделаем летучую мышь. Опять дудлик. Для нее из фетра вырезаем черные крылья.
оставляем. Из белого фетра вырезаем глазки и зубки. Проверяем. Вход слишком маленький, надо отрезать горловину. Теперь переделываем ушки. И зубки. Закрепляем. Делаем бантик. Домики готовы. Запускаем котиков. А вы, ребята, пишите в комментариях, какой домик понравится Гоге и какой понравится Карамельке. Понравились домики? Тогда мы ждем ваших лайков и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Thank you.